Добро пожаловать на планету Строгов. Продолжаем прохождение Quake 2. Мы, в общем-то, добрались до территории ангара. В общем-то, наша задача найти генератор черной дыры. Естественно, его уничтожить. Для этого нам нужно еще пробраться в сам ангар. Блин. Это у нас только еще, грубо говоря, прихожая. Так, вот мелких надо, наверное. Надо вот мелким снимать. Так. Там всякая хрень плавает. Что так гранату жмуть? Ё-моё. Фига они там. Так, ну вроде как угомонились. Вот там у нас находится секрет. Перед тем, как туда идти, входим вначале вот сюда. Так, отлично. Да тварь какая, слушай. Это у нас медик. Так, у нас там танк ходит. Слушай, жадничать не стоит. Вроде бы развалился. Так, в общем-то, нам, чтобы попасть в ангар, а ангар у нас, по-моему, в эту сторону, нам нужна будет... Да, нам нужна голова так называемого танк командера. Это типа такой, только чуть-чуть побольше, по-моему. Нам и взять мы эту бошку можем как раз таки в исследовательской лаборатории. Но мы в нем пойдем попозже. Мы выдвигаемся за секретом. Давай там. В общем, занимаемся ловлей рыбы. Так, отлично. Так, ну теперь можно сюда попасть. Это у нас там подводный туннель. Сейчас мы еще здесь зачистим. Все, разобрались. Да, кстати, у нас здесь тоже есть секрет. У нас здесь, по-моему, всего два секрета. Ну, не два, три, вернее. Так, заберем-ка вот эту хрень. Она нам, в общем-то, пригодится еще. Так, и отправляемся мы сейчас
Туда вот сплаваем. Наверное, нам лучше взять что-то типа гипербластера сейчас. Так, здесь надо поспешить, потому что, блин... Давай, давай, давай. Один ушел. Так. У нас там... Танк ходит. Все, танк развалился. Ну, кстати, отсюда можно было еще и другим путем пройти. Как-то вот здесь, вот, по-моему, если не ошибаюсь. Ну да. Тот самый проход сюда. Так что, в общем, погнали. Мы, у нас здесь находится выход в секретный уровень на спутник. Такой портал. Итак, мы на спутнике. Так, найти, в общем, и отключить силовое ядро спутника. Это у нас секретный уровень. Но перед тем, как идти, мы сохранимся. Ну, так, все готово, погнали. Так вот, туда лучше очень близко не подходить. Кто-то может утащить в открытый космос. Да, и у нас еще здесь гравитация ослаблена. Может быть, гиперку взять, а? Здесь еще темно, блин, нихер не видно. Скотина. Вся на весь задела. Так. Сейчас застреваю еще, блин. Все равно ведь за день дрянь, а. Не очень, конечно, удобно с такой гравитацией. Да что ж такое-то, все задевают-то, а? Одна да за день, блин. Вот туда бы надо, но здесь заблокирован проход. Здесь вообще много этих летающих тварей. Так, гипербластера уже мало осталось. Где? Где-то вверху. Он там вот летает. Так, ладно, улетела. А
они где-то здесь... О! Так, хорошо. Ну, кстати, у нас здесь... У нас здесь первый секрет. Сейчас будем мучиться его брать. Ну-ка, если я сохранюсь, блин. Так. В общем, здесь, конечно, без сейфпоинтов вообще туго. Давай аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот так. Ну, блин. Давай, давай, давай. О, фу, блин, взяли на этот секрет, короче. В общем, вот такой вот секрет, блин. Вообще, надо тоже сохранюсь, блин. Зато мы его заполучили. Так, ладно, вроде как больше таких адских секретов здесь не будет. Упасть там как нихер делать вообще. Так, нам рыло дали. А, не, у меня закончилось. У меня гипербластер закончился. Так. Здесь нужно эту хрень нажать. И уничтожить данную панель. Так, что там она хочет от... Одну цель мы сделали. В общем, теперь нам нужно... Уничтожить еще где-то, слушай. Да тварь, а. Скотина. Так, неплохо, это у нас для гиперки патроны. Застреваешь здесь везде, блин. Так, это, кстати, мы получили. Да, опять. Вот так вот нахрен. Так, хорошо. Ну, это, в общем-то, у нас, кстати, дорога на выход. У нас здесь тоже есть секрет. Так вот, отлично. У нас последний, второй секрет. Где они там? Все, угомонились, да? Это наш выход. Так что тут тоже могут, может, выкинуть в открытый космос.
Но мы зато можем заполучить бронь. Да, тихо ты, давай. Так, все, идем сейчас нашу основную цель делать. Наша основная цель — это антенну, в общем-то. У меня 100 ракет. Вот наша основная цель. Она здесь. Они поворотливые, блин. Все, он даже ничего не смог сделать. Тут самое у нас. Давай нажимаем. Теперь вот здесь нам нужно нажать. Так, нажали. У нас последнее, да? Вот эту теперь. У нас там рейлган валяется. Надо пойти его забрать, слушай. Ну, у нас хотя 100 патрон, блин. Все, возвращаемся обратно в ангар. Нам бы еще понять, где у нас здесь. Угу. Как раз таки это у нас и есть тут самое место. Значит, нам нужно вот сюда. Так, отлично. И где-то у нас здесь был выход. Вот он у нас выход. В общем-то, все, мы здесь все сделали. Такой вот секретный уровень. Так, ну что ж, мы вернулись обратно. Прикинь, она еще живая. Ладно, мы пойдем через верх все равно, нахрен плыть там. Так, что там она хочет от нас? А, вернуться к первоначальной миссии, понятно. А первоначальная миссия у нас... нас ведет в исследовательскую лабораторию. Так, в общем, нам нужно... проследовать, в общем, там, где восстанавливают они своих юнитов, и заполучить бошку танк-командера, короче. Так что погнали. Нам сейчас что-то помощнее понадобится. Чтоб тут можно, конечно, рокет взять или рыло. И гипербластер, кстати, возьмем гипербластер. Вот тварь. Отвратительнейшие создания. Здесь, в общем, наших... исследовали наших, в общем-то... Вали! Так, ладно, хоть бронь дали. Еще где-то собака.
А где она? Так она где-то здесь. Отойди. Так, хорошо. Так. Как я их ненавижу, этих тварей-то. Давай ты, блин. Самые бесячие твари, эти псины. Чё так темно-то? Ушел. У нас, кстати, здесь. У нас здесь один тот самый. Это у нас карта, чтобы попасть на нижний уровень. Откуда он здесь появился, блин, а? Медик. Да паскуда, а? Еще нихера не видно, блин. Все, отойди. Они почему-то через дверь очень плохо стреляют своим языком. Так. Ага, вот сюда нам нужна была карта, кстати. Да, это у нас лифт. На второй этаж. Так, слушай, мы пока только одну кнопку здесь нажали. Здесь еще где-то, по-моему, есть. Сейчас я быстренько прогуляюсь, посмотрю. Не, по-моему, все, да, мы здесь сделали. Да, здесь это вырубает механизм, который будет наших уничтожать. Это не надо нажимать, в общем-то. Ладно, выдвигаемся дальше. Основная цель — это нам заполучить башку. Так, поехали. Ну, нажимайся ты. Здесь еще темнее. Где эта дебильная собака-то? Да скотина, а. Слушай, как же бесит-то они. А, да, вот у нас еще одна. Там что-то активировали какой-то. Кстати, вот здесь у нас башка. Блин, прости, мужик. Своего грохнул. Так. Давай ты, твою мать. Скотская псина. Все.
мало осталось этого рыла, поэтому перейдем на что-нибудь такое. Так, ну нам здесь нужно активировать две кнопки. А это у нас лифт тоже, по-моему, если не ошибаюсь. Нам здесь надо что-то нажимать? Возможно, что да. Может и нет. Не будем нажимать пока, слушай. Так, здесь у нас выход. Да ты бесите, твари. Просто бесящие твари. Да, это у нас лифт, все. Так уже всю бронь поели. Давайте, давайте. А хорошо, что здесь тупят, а? Ты твою мать, ладно. Так, ну кстати, у нас здесь находится секрет. Вот там вот. О, ну перед тем, как его брать, я, пожалуй, сохранюсь. Тут упасть как нихер делать. Ну ладно, хоть заполучили патроны. Тихо, тихо. Первое. Вторая. Все, мы теперь можем, в общем-то, выдвигаться за башкой, да? Да. Так, а башка у нас... Башка у нас где-то здесь. Это твою мать. Сплита, а? Я уже думал, это собаки опять. Но это наши ребята, ладно. А вот у нас и... Танк-командор. Без башки. А это его башка. Забираем. Все, мы основные цели выполнили. Теперь нам нужно оттуда выдвигаться. Так что мы можем себе такое позволить сейчас взять, а? У нас 5. 47, да. Поэкономим, пожалуй, пока. Рыло так. Нам, в общем-то, на выход. Все, уходим из этого лаборатории, блин. Или ремонтного цеха. У нас, по-моему, осталось двое еще здесь, да? Да, еще трое. Слушай. Так, нам сюда. Блин, нам в ту сторону. Я правильно шел. Прости, блин. Блин, слушай, всю бронь сожрали. У нас где-то один остался враг. Ну ладно, мы уж его искать не будем. И, кстати, между тем, тут у нас тоже есть место одно. Я не знаю, как туда попасть. То есть у нас, грубо говоря, вот там тоже какой-то
какой-то типа секрет, но это уже не считается секретом. В общем, если кто знает, может в комментах написать, как туда попасть. Ну а мы туда попадем, сейчас попробуем попасть туда нашим обычным способом. Вот так вот, пойдем сейчас сюда. Такая хрень здесь. И непонятно, что это. Написано kill me. Но тут ничего не такого. То есть, что это за комната, хрен его знает. А, дай мне выйти. В общем, вот такая вот комнатушка здесь есть. Как туда попасть без чита, я тоже не знаю, так что... Если у кого есть какие идеи, можете оставлять их в комментах. Ну а мы выдвигаемся сейчас обратно. Что ж, у нас есть башка этого командира танков. И нам нужно... Ну что тебе еще нужно-то? В общем, в главный ангар, да, двигаться. Надо... Здесь осталось всего лишь два врага. Видимо, где-то здесь они. Да, блин, а. Что у нас здесь? Да, ёлки-палки. А, аптечка. Здесь... О, нормально. Все, пошли туда, короче. Двигаемся в главный ангар. Здесь секрет есть. Там у нас мега, кстати. Надо пойти ее забрать. Такие вещи оставлять нельзя. Кстати, для рыла патрон неплохо. Так это хрен-то с ним, но где-то здесь еще валялись. Да, вот они. Хелсан. Я застрял, блин. Тихо, тихо, тихо. Мы погасили эту турбину. А где еще одна? Вот она. Это здесь тоже бегает, блин. Так, ну это, в общем-то, ради этого мы сюда и шли. Чтобы эту турбину, в общем-то, вырубить. Все, выдвигаемся обратно. Теперь мы можем сюда вниз попасть. Так, что там пишут-то нам? Ну да, понятно. Вот это, блин, да. Вот это, блин, было. Да, вот тут громаднейший ангар. Бронь есть. Она нам сейчас пригодится. Слушай, а сейчас, наверное, я хочу как сделать? Я хочу воспользоваться квадом.
Неплохо. Ушел. Блин. Тихо, не придави меня. Мы еще туда сходим обратно, блин. Нам вообще нужно, конечно, сюда, на эти кубы катающиеся. Да, кстати, у нас здесь еще один секрет. Квад. Ты вообще как бы редко пользуешься этим квадом. Это у нас лифт. Вот и, блин. Лифт у нас там наверх. Нам пока туда не требуется. Так. Нам здесь нужно на эти... Да блин, сейчас начнется вот эта вся хрень. Такая... аркадная часть. Нам вот сюда надо. Что у нас здесь? О, неплохо. Да почти я начну здесь задыхаться, блин. Я уже задыхаюсь. Так. Здесь у нас что-нибудь есть? Что-нибудь да есть. Это неплохо. Это у нас, кстати, третий секрет. Так, ладно, начнем разбираться с этими ящиками. Надо по ним запрыгнуть туда наверх, блин. Так, ладно. Эх, нам надо вот к этой кнопке, потом к следующей кнопке. Тихо. По крайней мере, нам здесь выдвинули лестницу. Где-то летающий этот хрен. Так, ящик. Ну все, вроде неплохо. Так. Ну давай, слушай, сохранимся сейчас здесь, а? То, блин, лишь опять замучаюсь там эти ящики проходить. Давай сюда. Да скотина, а? Так, нам куда-то вниз, да, походу, дело. Или как тут вообще у них? Что-то я тут не совсем понимаю. Тихо, даже не думай, тварь. Да скотина. Ладно. Все прошло более-менее. Блин, еле успел. Так, ну мы между тем куда-то приперлись. Кстати. Епона мать, а мы этот хрен, короче. Наш старый знакомый.
пониже бы опустился бы, а? Неудобно он здесь, блин. Ему там по лапам попадает, блин. Он, походу, сдох. Так. Возьмем пока гипербластер. О, брони у нас теперь. Довольно-таки неплохо. Это у нас, кстати, подъем наверх. А нам здесь нужно мост. Тут у нас еще здесь есть секрет. Кстати, какой у нас уже? 4-й. Где тут у нас? Вот здесь, да, у нас лестница, да, ага. Так, а куда нам здесь идти там? Подождите. А, нам сюда, да. Точно, нам сюда, слушай. Так, нам сейчас как раз наверх надо будет. Так, гипербластер — это хорошо. Так, а что у нас тут-то? В общем, выдвигаться на поверхность. У нас осталось 3 врага. Кстати, где-то у нас еще один секрет. Где он там стоит-то? Все реально, где он там стоит-то? Все, это, по-моему, последний враг здесь. Да, это у нас уже лифт на поверхность. Слушай, а где у нас секрет-то еще один? Что ж, блин. Слушай, а где вообще? А, вон. Оказывается, вот здесь у нас есть. Вон тут криво. Здесь у нас и был последний секрет, блин. Я что-то его здесь долго искал. Он, кажется, прям под носом был, блин. Здесь так криво стоит. Все, в общем, выдвигаемся мы отсюда. Мы свою задачу выполнили. Погнали. Так, ну что ж, мы на поверхности. И вот, собственно говоря, сама эта, видимо, черная дыра. В общем-то, нам нужно ее, видимо, уничтожить или что-то с ней сделать. Делать мы это уже будем в следующей серии. А до этого момента наш герой здесь отдохнет, соберется с силами. Вот. Ну, а мы уж с ним встретимся в следующей серии.